Виктория Набоков всегда интересовалась неврологией. Как заместитель главного врача Демидовской больницы, она совмещает руководящую должность с работой по любимой специальности. Как все, берет ночные дежурства и помогает людям. Пациенты с инсультами – довольно сложная категория. Значит, у этих пациентов не только поражение головного мозга, у них много сосудистых заболеваний, с которыми нужно разбираться, которые нужно лечить. В Демидовскую больницу Виктория Набока пришла в 2007 году. Выбрала именно ее, потому что здесь организовывали первично-сосудистое неврологическое отделение. Лечить людей у Виктории – семейное дело. У нее есть сестра-близнец Валерия. В медицинскую академию они поступали вместе. У нас была склонность обеих именно к химии и биологии, а с такими направлениями деятельности и предметов, ну, выбор невелик на самом деле. Но медициной хотелось заниматься, потому что у нас со стороны, значит, отца есть медики в семье, и все, в принципе, нам это рекомендовали. Последний год медикам приходится нелегко. Многие больницы перепрофилируют в связи с коронавирусом, и нагрузка растет, но помощь нужно оказывать всем. Самым трудным за последний год, признается Виктория Набока, была перестройка работы учреждения для профилактики распространения COVID-19. Известие о том, что ее наградят за заслуги перед городом, стало для Виктории Евгеньевны приятной неожиданностью. Она благодарна за признание и доверие, важное особенно сегодня для всех врачей.